Всем привет! Добро пожаловать на обзор Volkswagen Touareg 2003 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 650 тысяч рублей. И сегодня нахожусь в республике Татарстан, город Набережные Челны, автосалон Carline. Этот обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание, какие ключи. Давайте начнем. Я извиняюсь, автомобиль немного пыльный. На широкий угол открываются двери. Тканевая обивка салона. Сиденье с удобным профилем. Очень легко поворачивать руль. Рулевая колонка регулируется как по высоте, так и по вылету. Имеет механические регулировки, что очень удобно. Давайте включим фары. Также дальний свет фар. Аварийная сигнализация. Тут она так бесшумно работает. Автоматические стекла. Откроем капот. Задние стекла автомобиля полностью тонированы. Зеркала, огромные зеркала заднего вида. Диодные. Я так полагаю, что здесь должны были быть установлены датчики парковки. Их здесь сняли. Двигатель шестицилиндровый, 3.2, 226 сил. Очень тяговитый. И на холостых оборотах его практически не слышно. Хромированная решетка радиатора.
декоративный спойлер с интегрированным стоп-сигналом. Двойные выхлопные патрубки. Алюминиевые вставки. Центральный замок. Директор стекла подъемники. Блокировка стекол. Ниша для мелочевки. Открывание крышки бензобака и крышки багажника. Полностью с механическими регулировками водительское сиденье. Этот автомобиль имеет пробег 125 282 километра. Давайте послушаем звучание двигателя. Звучит довольно неплохо. Цифровые часы, бортовой компьютер, который выводит всю необходимую информацию, температура за бортом, средний расход, выбранные передачи, ниши для мелочевок. Как видите, я сюда положил свой телефон. Аудиосистема штатная, CD, 6 станций, регулировка звука. Настройка звука. Передний и задний обогрев стекол, рециркуляция, различные зоны. Прикуриватели и пепельницы, подогрев сидений, как водительского, так и пассажирского, автоматическая коробка передач со спортивным режимом, также с возможностью ручного переключения, электрорегулируемые зеркала с подогревом, прикуриватель, отключение системы электронной стабилизации, установки для полного привода, подлокотник, регулируемые также подстаканники. Здесь, я так полагаю, 6 или 8 подушек безопасности. Подсветка. Контейнер для очков. Очень удобные сиденья. У автомобиля хорошая обзорность. Качество отделки материалов на хорошем уровне. Здесь применяется мягкий пластик, также в панелях дверей. И как переднему пассажиру, так и водителю будет очень просторно. Даже рослым, так как эти кресла имеют множество регулировок. И в целом к эргономике у меня нет претензий. Все приборы информативные, легко считываются. Также, как меломана, меня радует звучание аудиосистемы.
великолепный внедорожник. Я бы, конечно же, предпочел кожаные сиденья, также пневмоподвеску. За что мне нравится Туареги, это за пневмоподвеску. Тут, к сожалению, она отсутствует. Шикарный внедорожник. На широкий угол также открываются и задние двери, пепельница, центральный замок, электростеклоподъемник, подсветка дверей. Задний ряд сидений также можно сложить, тем самым увеличив полезное пространство багажника, практически вровень с полом, если убрать подголовник. Довольно удобная посадка в автомобиль, кармашки. Плотно закрываются двери, дефлекторы вентиляционных отверстий, также вешалка, подсветка. Очень просторный задний ряд сидений. При моем росте 188 сантиметров я с первого раза разместился с большим запасом. Розетка, ниша для мелочевки, подлокотник удобный. Регулируемые подголовники. Огромное багажное отделение, две розетки на 12 вольт, аптечка, также подсветка багажника, алюминиевые накладки. Закатка, инструменты, домкрат. Thank you.
шикарный внедорожник. Мне понравился. На этом обзор Volkswagen Touareg 2003 года выпуска завершен. Еще раз напомню, стоимость данного автомобиля составляет 650 тысяч рублей. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и до встречи в следующий раз. Давайте немного прокатимся на этом Volkswagen Touareg. Не забывайте пристегиваться. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте взаимовежливы на дороге. Мне нравится в этом автомобиле плавная работа двигателя. Также он идеально работает в тандеме с автоматом. Каких-либо существенных задержек не происходит. И по динамике, я думаю, на трассе для уверенного обгона более чем достаточно. Даже с двигателем 3.2 V6. А не забывайте, что есть и Volkswagen Touareg с 12-цилиндровым двигателем. Мощностью 450 лошадиных сил. Это уже, наверное, думаю, ближе Porsche Cayenne, так как они соплатформенники, что Cayenne, что Touareg. И на этом автомобиле у меня вот возникает такое чувство исключительно вальяжно передвигаться. То есть не торопиться никуда. К этому располагает, наверное, капитанская посадка. Информативное рулевое управление. И двигатель слышно только после 3500 оборотов. И то даже звучание двигателя, оно настолько приятное и сочное, что просто великолепно, я считаю. Отличная шумоизоляция. Автомобиль идеально держит дорогу. Учитывая, что у него высокий центр тяжести, но несмотря на это, довольно неплохо держит дорогу. Богатой комплектации мультифункциональное рулевое колесо, здесь идет управление аудиосистемой, также круиз-контроль. Также меня порадовала энергоемкая подвеска и хорошая обзорность. Также отличная плавность хода. Как я уже упоминал, на этом автомобиле хочется передвигаться именно вальяжно, никуда не торопясь. Но на трассе можно, в принципе, и пошалить, потому что двигатель позволяет.
плюсов отмечу отменную управляемость, просторный автомобиль, практичный. Но для меня я бы, наверное, присмотрел вариант с дизельным двигателем, 10-цилиндровым турбодизель с огромным крутящим моментом. Шикарный автомобиль, мне понравился.